Вот немляма готовим из баранины мяса. Просто не успел все показать. Там морковку видно. И сверху болгарский перец, мясо баранина, картошка, лук и морковка. Добавили томатный соус. И сверху сейчас капусту закроем. Красиво. Давай сейчас капусту. Сейчас перемешивает. Вкусно, калорийно землями получается. Запах ароматный уходит. Решили сегодня баранье мясо есть. Весна, на улице снег. Приправа добавляем. Зира сейчас добавляем чуть-чуть. Зира добавили. Соль добавили? Соль? Добавили, но соль, один ложечка маленькая. Вот такой способ. Нарешила. Просто я листьями делал. Открыл листья и положил, чтобы накрывался. Тоже пойдет так. Это сейчас вот этот. От мяса вкус, все подаст на капусту, и очень вкусно получается. Сверху водички, да, мясо? Соль немножко засыпать, чуть-чуть, морскую соль, желательно, и сверху водички. Это не красная вода, просто остатки соуса. Накроем крышку, через полчаса будет готово. Приятного аппетита всем. Вот уже готово дымляна. Сейчас будем кушать. О! Стоп хороший. Вот, все уже готово, будем кушать сейчас. Получилось очень вкусно, ароматный запах зелени, баранины, мяса. Вот капуста как выглядит, да? Картошечки, все. Все перемешано. И, естественно, самаркандской лепешкой будем попробовать сейчас. И скажу. Какой вкус. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну-ка попробуем мясо. Мясо. Вот такое выглядит. Мясочка. Мягкий. Ну, все. Приятного аппетита. Не забудем лайки. Пока.